Отметить Международный женский день, побывать на фестивале творчества, послушать музыку и поболеть за наших хоккеистов. В эти выходные отдыхаем целых 3 дня. Где и как провести время с пользой, расскажем в нашей традиционной афише. Ощутить дыхание весны приглашает Дворец детского и юношеского творчества, что на Мира 8. В канун Международного женского дня там проведут семейный праздник. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы по изготовлению сувениров из разнообразных материалов. На ярмарке можно будет приобрести комнатные цветы и подарки к празднику. Порадует собравшихся и концертной программой от коллективов дворца. Творческие площадки начнут работать с 11 утра. Праздничный концерт начнется в полдень. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. В Центральной городской библиотеке, что на Суздальском проспекте 2, снова проводят нескучный выходной. В этот раз программу посвящают Международному женскому дню и наступлению весны. С 12:00 до 16:00 организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу. Гостей научат своими руками делать оригинальные поздравительные открытки. На разных площадках пройдет занятия шахматного клуба, школы робототехники, лекции психолога Дмитрия Бирюкова о чувствах и эмоциональной грамотности. Порадуют собравшихся музыкальной программой, выставкой картин и розыгрышем пиццы. Возрастное ограничение 0+. Какие творческие люди живут в нашей области, можно убедиться на очередном фестивале «Реки Руки». В этом году он впервые пройдет на новой площадке в Центре пропаганды изобразительного искусства. Там можно будет посмотреть на работу художников, ремесленников, рукодельниц и оценить продукцию художественных предприятий региона, а также приобрести сувениры. Для гостей предусмотрена программа с мастер-классами, выступления поэтов и музыкантов. Фестиваль проходит с 4 по 8 марта с 10:30 до 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение 6+. 8 марта отмечаем Международный женский день. Интересные программы для владимирцев и гостей города подготовили городские парки. В Добросельском музыкальная программа «Дамский каприз». Она начнется в 11 утра. В Дружбе концерт «Вам, дорогие женщины». Начало в 11:30. В Центральном парке в полдень приглашают на праздничную программу для прекрасных дам. Возрастное ограничение 0+. Любители хоккея приглашают в праздник поболеть за игроков клуба «Владимир». На льду они сразятся с хоккейным клубом «Атлант». Матч – очередная игра чемпионата области по хоккею с шайбой среди взрослых. Начало в 13:00 в ледовом комплексе «Владимир». Вход свободный. Возрастное ограничение 0+. 9 марта – понедельник. Еще один выходной день. Драмтеатр приглашает на новый спектакль «Полет над гнездом кукушки». Это иронический триллер в двух действиях по мотивам знаменитого романа Кена Кизи. Режиссер постановки Владимир Лаптев. Начало спектакля в 18:00. Вход платный. Возрастное ограничение 16+.